Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Наша следующая глава, дорогие друзья, призраки. Наш новый друг Хан, который поможет нам дойти до Надежды, а также добраться до полиса. Конечно же, не при помощи Павла, Ульмана, Мельника и еще много кого. Отправляемся. Других пока у нас друзей нет. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Это плохо, конечно. Ну что, Хан? Настоящий индеец прям. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Эх! Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Ну тогда с Богом, брат. Идем же. Сейчас немного фонарик заряжу. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Нет, я тут не планирую, братан, оставаться. Замри и смотри вперед. Смотрю. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Ну что, двинули? Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Что-то столько жмуриков. И нечего с них взять даже. О, книжка. Сколько тут их? Три заметки. Мама! Где ты? Ну? Красотища, да? Нападение упырей на нас. Ой, ну что, Хан, идем дальше. Культовая фраза его, спокойно, без эмоций. Идем. Так, надо здесь в сторону, иначе нас поезд задавит. Этот вот точно нас задавит. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Идем, идем, идем. Да, конечно, переиздание, безусловно, другое. Визуализацией, какими-то даже моментами, здесь касцены есть чуть-чуть другие. Ну, когда вы там находите ключи для открытия сейфа, ну, все равно переиздание есть переиздание. Графика здесь, конечно же, лучше, чем в 2010 году, безусловно. Замри и смотри вперед.
Давным-давно тут бушевала жестокая битва. Призраки. И защитники все еще. Сейчас наш доблестный друг Хан будет читать молитву. Давай, брат, сделай, как ты умеешь. Ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Хорошо, брат. Немного Никто об этом не узнает. Я тебе обещаю. Погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили. Да, здесь ничего нет. Что идем дальше? Пойдем, Хан. Невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля. Снова паучки. В которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Это верно, брат. Щиток, в котором ничего и нет. Я от него руку откусили. Даже ботинки разбросали по разным углам. Ну что, Хан, куда мы теперь с тобой идем, братишка? Пойдем. Дьявол. Какая большущая крыса. Я даже не знал, что она здесь есть. Вот как полезно проходить игры по несколько раз. Всегда что-то новое. Так. Отлично. По-моему, у нас с тобой гости, да? Сосредоточься. Всегда готов. По-моему, надо эту дверь открыть. Понятно. Хера себе. А ты-то что, братишка? Застрял-то там, хоть помогал бы, что ли? Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Эх, братишка, не помог ты мне ничем, да? А я надеялся так, что ты мне поможешь. А меня чуть не съели. Пойдем. Идем же. Идем, идем, идем. Паутиной все заросло. Так, а чё ты? Ну и чё? Что случилось-то? О! Ну он спокойно проходит эту паутину, вообще не напрягается. Сосредоточься. Всегда готов. Одни кости остались. Ну что? Идем? Ты чувствуешь? Да. Оно приближается.
Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Стою. По-моему, это аномалия, если я правильно сейчас помню, будет, да? Брат. Замри. Замер. Да, аномалия. Которая реагирует на любое движение, если я правильно помню. Ну что, пойдем? Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Проснулись опять эти упыри. Сейчас их аномалия всех там положит. И от них ничего не останется. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Попробую. Патроны какие-то есть. Хоть что-то. Но здесь мясорубка была жесткая. Дьявол. Понятно. Готовься. Всегда готов. Чудовище возвращается. Нас, конечно, бы сожрали бы. В реальности бы нас просто убили бы, это без вариантов. Просто вообще прям разорвали бы. Вмешиваться не стоит. Я тебя понял. О! Шашлыков у нас открылся, да, новых метро. Ну что? Вот так оно и происходит. Ну да. Живой прием. Классно было. Ну что, пойдем? Ой. Да, пока что-то с книжками никак. Хотя я везде практически стараюсь ходить. Ну, по мере возможностей, но что-то как-то нет. Кости только. А книжек нет. А надо еще две книжки найти. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Ну, поехали. Ну, книжек я не нашел. Где их тут искать, я не знаю. Наверное, тут есть какие-то еще места, которые нужно было найти. Но, видимо, не суждено мне было отыскать. Так что мы идем дальше.
Артём, да. У тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто... Не уверен, вообще не уверен. Помогут они мне или нет, я не знаю, брат. Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Ну тогда едем на Тургеневскую. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, Юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Окей, понял. Хан! Опа! Сюда. Здорово, ребят! Свои! Как у вас тут? Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? Ну да. С этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Без Найди базара. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить. Но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. Хорошо, сделаю. Тогда я пошел. Шуршали, бля. Кучины, а? Да иди ты нахрен, блин, а? Распрыгался обезьяна, блин. Все? Отлично. Интересно, они бесконечные, нет? Или все-таки есть какой-то предел этим ублюдкам? Вопрос, конечно, очень интересный. Делать. Чё у вас тут? Ух, ёп. Эй, ты, тварёныш, хватит жрать. Ещё один вход. Книжка, да? Понятно. Ну давай, абсос, смелее. Что, бронь что ли активировать? Пошел ты, блин. Так, надо эту дверь закрыть. Быстрее, надо взорвать.
Все, уходим. Быстро, 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 варим, варим, варим. Так. Вроде одну дверь я закрыл, да? Там все нормально? Так, отлично. Окей. И сюда. Во-во-во-во-во-во-во. Да, в оригинале, конечно, не так было. Еще растяжки стоят. Так, а что вы от меня хотите? Здесь призраки стоят. Они меня не пустят. Ну никак. Так, это знакомая вещь. Это то, что мне нужно. Аларм, алам, да давай. Ё-моё, да что вы творите-то, а? Ну! Что, правда, что ли? Да пошел ты. Там что-то пацаны мы матерятся. Так, это здесь? По-моему, взрыв надо устроить. Да, вот они прут прям. Это не очень, да? Да что ты, сука, не попал? Да иди ты нахрен, блин, а? Ёбаный мать. Ну! Что вы, ссыте, что ли? Бежим, 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 бежим. Уа! Хорош! Четко. Гуляем. Эти так стоят. Так, сколько тут заметок? Две, по-моему, или три. Чего? Это уже пистолет поинтересней. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Ну да. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис... Да, конечно, собираюсь. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима... Ну-ка, подожди. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого. А? Ну-ка, ребята, дайте-ка пройти, а?
Святое место. Фотографии детей, вон, погибших храм ребят. Надежды. А, храм надежды, как называется, времена, да. Мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Спасибо тебе, Хан, за все. Ты настоящий прям друг и воин, который помог поддержать и провести дальше по своей судьбе. Спасибо тебе, братан, за все. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. До встречи, брат. И удачи. Береги удачи. Себя, Хан. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Итак, Кузнецкий мост, дорогие друзья. Двинули. Не знаю, нужен будет, не нужен противогаз, посмотрим. Так, здесь ничего. Сейчас так, стоять! Кто такой? Сюда подошел. Стой, кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Спасибо вам, ребята, за приглашение. Пожалуй, я его приму. Но ты поосторожнее. Доброго времени. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял, спасибо за совет. Просто дружеский совет. Я понял, понял. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Вали отсюда. Добрая душа, да? Вали отсюда. Да ты что смотришь? Куда ты смотришь, а? Да не нервничайте вы, уважаемый. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по ну... Так, а ты кто? Напарник? Какой напарник? Ты дурак, что ли? Ты тоже арестован. С какой радостью? Эй, руки освободи мне, урод. Ты ладно, что делаешь? Ладно, ладно, только без рук. Я сам. Вы что, гоните, что ли, а, ребята? Стой, стреляй! Беги! Ну! Давай, побежали. Я их прикончу. За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Понеслась, блин. Ну-ка, пацаны, разбежались. Пошли вы нахрен. Сюда! Мне еще с указкой не охренеть. Да, по бутылкам и мастера стреляют. Бежим, 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 бежим. Как-то он первой частью бежал быстрее, и переиздание как-то помедленнее. Йо! Твою мать, его убили, что ли? Во!
туда! Вот, сука, зажали. Стой, да пошли вы нахрен. Ой, куда бежать-то? Куда? А, это Андрюха Мельник. Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. А, Андрей Мастер. Только он смог Мельник помочь мне выбраться с этой станции. Здорово. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется... Две заметки. Маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Спасибо. Спасибо, бро. Че, поиграл в три аккорда? А это что за алкашня тут? Мужчина? Вы живой, нет? Ну, раз дышит, значит, живой. Ну, теперь я типа свой. Здорово. Может, хряпнем? Нет? Ну, не ходишь, как хочешь. Девушка? А девушка? У нее даже ногти накрашены в метро. Офигеть. Какая-то она прям готка, что ли. Здорово. Откуда, интересно, у них лаг здесь в метро? Непонятно. Опа. Ребятки, тут в отжимании играет. Что-то как-то у тебя это, жопа проседает с коленями. Друган, тебя кто так отжиматься учил, а? Я, конечно, понимаю, может быть, и сотку делаете уже, но что-то как-то неубедительно отжимается он. Товарищ, как вас там? По погонам не понимаю, правда, вашим. Но как-то они у вас неправильно отжимаются. Колени просто падают. Ну, не знаю. Что, как там на турничке? На широкой? О! Давай, красава, молодец. О, мужик прям. Вот это я понимаю, вот это подтягивание, блин. Прям грудью почти касается каждый раз. Вот это мужик, я понимаю. Вот это солдафон прям. Респект вам, ребята. А тут что у вас? Рукопашка, да? Ну что там, кто вас побеждает? Оп-оп, правый пошел. Давай. Оп-оп-оп. Тихо-тихо. На! Ну, что-то как-то поактивнее вам надо, ребята. Как-то вы прям так вяло. Движника никакого нет у вас. Ну, ладно. Вроде вы что-то там так себе. Неинтересно, если честно. Так. Что у вас тут есть, ребята? Аптечки, здравствуйте. Фильтры, ножи. Набор туриста. Ага. Что у вас интересного есть? Аптечки, понятно. Так. О! Считай до пяти, и все. Считаю, видел бы ты его в действии. Пщи разносит. Спасибо. Рад вам, что мы договорились. Можешь разобрать, купить, что тебе надо. Ага. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Без предложения скидки. Это что за брутал такой подошел? Мастеров. Так, давайте-ка мы посмотрим, что у вас тут есть. Ака. Это все? Так. АК. А так я могу его продать, что ли? За 22 патрона? А сколько у тебя эта шляпа стоит-то? Подожди. Обмен. Для тебя берем. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. 150. Бери, их совсем немного осталось. По рукам. Так, что по поводу тюнинга у тебя есть? Ну, кратко. А, ну это ПНВ, да? Да ставь, пофигу на эти патроны, если честно. Так, глушак по-любому нужен, стопудово.
Так, это что у нас? А, лазерный прицел. Ну все, да? Не, не надо ничего снимать. Хера у тебя тарифы, блин. Жесть просто. Так, по поводу тюнинга, подожди, что тут можно поставить на него? Скучность боя. Четырешка 70. Так, может быть, что-нибудь продать? Так, дай-ка, можно вам что-нибудь продать, уважаемый? Нет, он не покупает, да? Ну, как хочешь. Так, и ты тоже не... А, ну ты, то есть, тупо покупаешь, да? И продаешь только стволы. Ясно. Блин, сука. Чуть-чуть не хватило. На точность стрельбы. Ладно. Подумаешь. Во! Пульки, вот пульки, это мне и нужен. Пульки. Меняем пульки. На этот товар у меня резерв. Сори. Да тебе складывать все это добро некуда. Мне это и не важно. Дротики нам эти не нужны точно, блин. А вот это будет куда интереснее. Это вообще почва, это шарики, блин. Ну и где твои патроны? Нету. Я вот свои выложил. Поздравляю. У тебя такого калибра-то нет. Приходи в другой раз. Товар закончился. Отлично. А, ладно, забудь, все. Так, вот что за такой дядька интересный? Покурим. Так, ну ладно, поехали тогда что. В принципе, все понятно. Все нормально, мужики. Mm-hmm. Он со мной. Я с вами, да, ребят. Давай, Артем, прыгай в яму. Хорошо, прыгаю. А, ну вот, без заметки, да, отлично. Ну все, тогда закрывайте, поехали. Видишь там багажное отделение? Да. Забирайся туда. Ага. Забираюсь. Ну так что, мужики? Двинули, а? Двинули. Только в один конец.
Ну да, на Лубянку мне билет точно не нужен. Все нормально. Подбирайте. Ну что, поехали? А, ребят, двигали. Отлично. Спасибо, спасибо. Андрюха, давай, береги себя тоже. Ну, с Богом, поехали. Все по местам. Зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Цианистый калий, да? Немцы всегда это делали в свое время. Глава 4. Война. Остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Ну давайте хотя бы доедем до этого места. На бой кровавый, приехал. Вот мы и приехали. Конечно, не очень, да? Что у вас там за музыка такая, блин? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед! Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны за врагов. Так точно, товарищ комиссар. Ищи коммунистическое учение. Учение света поможет нам найти... Ну-ка, подожди, а там в конце, по-моему, была дверь какая-то, если я правильно помню. Ну, вон, да, ребята там идут. Один, что ли? Да нет, там двое. Че, надо его кнопнуть? Чувака этого.
Да, ночнуху бы, конечно, было бы поинтересней. Ну что там, в пластинах, что ли? Ох, нихера себе. Ну да, эта пушка куда поинтереснее будет. Неплохо. Так, двери тут, по-моему, нету. Хотя были в первой части, я помню. Ну как в первой части, в оригинале, это же переиздание все-таки. Ладно, давайте тогда мы их сейчас всех поубиваем. Че на них смотреть? Куда вообще могут знать, я нахожусь? То есть, в принципе, они меня боятся, даже не знают. Ой. Где же он засел? Эй, вставайся, пока по-хорошему предлагаю. Ё-моё. Лампочки вы подключали, а ну что там, как его там, генератор подключили, блин. Игра вас там, блин, человек 20, наверное. Ну-ка. Ну-ка. Свет этот ваш. Ну где вы там спрятались-то? Взрывать, что ли? О!
Да, понятно. Не так-то она горит, как кажется, да? Что такое-то, блин, а? Алло! Вообще какой-то чувак, как будто местный лежал. Ну да, по патронам у Ницевой ребята не обделены вообще. Раненые, что ли? Да, в первой части, конечно, их поубивал всех. Ну как в первой, в оригинале. Напряжение, здравствуйте, да? Очень рад вас видеть. Давно знакомились-то, да? Что у нас тут? Сейф какой-то стоит, да? А ключа от него нет. Хорош, блин. Нихера себе. ПНВ, ночного видения даже есть уже. Так, а где ключ-то найти? У кого-то, наверное, есть из этих вот охранников ключ-то по-любому. А может быть и нет. Ну не знаю. Ножи у них тут. Фильтры вон лежат. Неплохие. Буратосы. О. Это какого-то хера куда-то стреляет, придурок. Непонятно зачем. Ладно, сейф мы этот, наверное, не откроем, но это ничего в этом страшного нет. Башку, что ли, попал? Да хрена вас там больно, вас там сколько, а, ребята? Так, вроде все.
На станции освобожденной армии Рейха Курск. Серьезные парни, да? И в патронах не нуждаются. В принципе. Тихо. Вот главное не упасть. Но ключа ни у кого нет. Иди сюда, что ты там? Задело тебя. Ты уже сдох, чувак. О, блин, дрезина, ёп. Как тебя задело, когда ты должен был умереть, в принципе. Ладно, забудь. Что у нас тут? Генератор работает, да? Ну-ка, пойдем-ка посмотрим. Оп! Не смей на меня смотреть, мразь! Сказал лежать! Боишься посмотреть мне в глаза? Спасибо, товарищ. Ой. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Берегите себя, ребята. Удачи вам. Ни хрена у них тут. Клондайк, блин. Ну, любители ножи метать. О! Спустился, блин. Ну-ка. Оставили их. А, ты сейчас обратный ключ, что ли? Не, давай их отключим. Нафиг они нужны. Все, идем. Спас я парней, это хорошо, это правильно. Там по-другому их спасали. Здесь... Так, вышло. Все, идем. Здесь что такое? А, тут просто такой пополненный на дрезину, чтобы спрятаться, наверное, да? Я так думаю, это работает. Не больше и не меньше. Ну да, идем. Ой, ну что? Дурачок, блин. Ух ты! Ты смотри, сальтуху сделал, да? Неплохо. Thank you.
На нахрен. Ну-ка, интересно, нахера сюда ползти? Что тут интересного? Чё к чему сюда залазить-то было? Тут ни хера нету, блин. Так, понты, блин. Куда ты там кого прижал-то? Блин, ещё ни хера, да? Да нормально всё, блин. Подумаешь, упал, блин. Да вы где? Все. Стрелялся, красавчик, лучший. Опа, сейф. Где же тут найти ключ? Походу мы еще один сейф не откроем. Да хер с ним. Какая нам разница, где этот ключ искать? Абсолютно пофигу. Мне надо уже выбираться отсюда быстрее. О. Ё-моё, там такая вонища, наверное, жесть. Просто. Вот одна заметка, да? Ну, идем дальше. Открываем дверь. Что тут у нас интересного? Ни хрена, только еще одна дверь. Оба-на! На, поймали нас фашисты. На, еще с приклада прям. Когда я пришел в себя, надежда у меня